Итак, ребята, всем привет! Сегодня расскажу, как получить Assassin's Creed 3 совсем бесплатно. Так, первое, что вам нужно, ребята, ну, вам нужно зарегистрироваться на сайте Uplay Soft, скачать программку, зарегистрироваться. После того, как вы скачаете программу, зайдите свой аккаунт самой Ubisoft и зайдите в новости. Здесь в новостях будет написано Assassin's Creed совсем бесплатно. Вот потом заходите нажимать на Assassin's Creed. Заходите сюда и нажимайте. Я понимаю, что контент распределился за рецензию за раз. Та-та-та-та. Нажимайте получить игру. Ну так как у меня вводите учетную запись. Ага, ясно. Надо войти в учетную запись, я не вошел в учетную запись. Можно зайти через Facebook, PlayStation, либо Xbox. Но я уже вошел. Да. Зачем? Вот. Ребята, спешите. Акция действительно до 31 наверное, декабря, 1 января уже все. Акция закончится. Так как Ubisoft 30 лет, она раздает всем игровых ПК игр. Я вот успел скачать, совсем недавно узнал про то, что можно скачать игру Assassin's Creed 3 бесплатно. Но, ребята, запомните, эта игра бесплатная, она лицензионная, если вы не верите. Вот я качаю, восстановлена. Нажимаю продолжить. Скачаем, она весит сколько? 16 гигабайт. Ну, 16 гигабайт игрушка весит, нормально. И тут можно найти друзей, которых у меня ни хрена здесь вообще нету. Потом ключи можно активировать. Что там? Казинка. Казинка. А ух ты! Ваша казина пуста. Еще, ребята, игры. Вот сейчас я вам сейчас покажу. Тут есть еще задание, которое можно заработать за набор везунчика. Что за везунчик? Вместе вы смогли заряжаться центру, получить минуту, проектировать сетевым режимом. Разблокировать. А давайте попробуем. Раз, снялось. Набор звездочек разблокировано. Все нормально. Что у нас там еще? Вот на подарки у нас. Разрушительный бой. Разблокировать. Загрузить. Загружаемые обои. Так, это можно получить и в игре. Так, следующее надо заработать 30, чтобы получить костюм Эцио. И набор тут никак какого-то. Не знаю, ребят, что там можно делать. Давайте попробуем еще раз. Так, назад, как мне назад вернуться? Костюм Эдсон. Необходимо заработать больше очков. Ладно. Игры. Очки. За что нам тут даются очки? Очки нам даются за выполнение заданий. За решите 12 часть мы получаем 30 юнитов и 150 XP-шек. Ага. Все, ну, в случае пройти надо 12, завершить часть, 26-ю. Так, а назад. Шестая часть это 20 юнитов. 20 и 1, 2, и это у нас будет это, 30, да? 20-30, да. А что у нас можно купить за 30? И магазинчик. Повернемся, добавим список фитнес, подавился в игре. Чем мы тут можем купить? Костюм Эдсо за 30. О, как раз сейчас проходим 1, 2 и 6 миссии и получаем костюм Эдсо. И плюс еще 200 хипи. А, и либо завершить 10-ю часть. Мрачные надежды. Ладно, ребята, сейчас игрушка стоит в этом 203 рубля. Ребята, Uplay Soft самая обалденная программка. Мне раньше нравился Origin, сейчас здесь все и подарки, здесь раздаются, ребят. Я не знаю, можно как-то надурить, может нельзя надурить. Вот, заходишь, я не знаю, сейчас попробую, давайте поменяем на октябрь, если дать время. Я навряд ли мне понравится это, наверное. Давайте, 1 сентября. Так, а можно как-то обновить? А ну. Новости. Бибис 30. Не, нифига, да? Наверное, не получится. Ну вот, игра недоступна. Все, ребята, акция закончилась. На 30 ноября ты хрен зайдешь. Не знаю, можно, так и нельзя. И, короче, ребята, всем спасибо, всем пока. Игра уже предопределена. Ну, короче, непонятно, что это, ребят. Короче, заходите в Ubisoft, качайте игры на шару, лицензионные игры. Ну, тут почти, да, игры не очень. Вот, Sniper Kill, Rayman и The Crew. Все, ну, Assassin's Creed, ребята, увидимся в игре. В следующем видео расскажу, как можно поиграть, как она называется, Hand Beats какой-то, в онлайне, без мультиплеера, на пирадочке. Всем пока, до скорой встречи.